Дорогие друзья, Мария Шукшина, известная российская телеведущая, покидает российский шоу-бизнес. Оставайтесь с нами, следите внимательно за нашими новостями. Каждый день мы радуем вас интересными выпусками. Страшный заголовок о том, что Мария Шукшина покидает шоу-бизнес, появился на многих российских сайтах и телеграм-каналах. Многие говорят о том, что Мария Шукшина уволилась с телевидения и не желает ни с кем общаться. Что же произошло с ней на самом деле, узнавали уже наши источники от родственников Марии Шукшиной. Оказывается, на самом деле Мария Шукшина сейчас взяла больничное на длительный срок. Она проходит медицинское исследование в одной из клиник города Санкт-Петербург и вскоре должна уехать за границу на лечение в одну из лучших клиник мира. Сама же телеведущая Мария Шукшина на связь с прессой не хочет выходить. Говорит, что много фейковых новостей в интернете появится из-за этого. Мы следим за данным происшествием, друзья, и уже в следующем выпуске на нашем YouTube-канале обо всем расскажем более подробнее.